Ну что, получила я посылочку от фирмы Дукиман. Не знаю, правильно я произношу или нет. Ну, я так читаю. Дукиман. Посылка пришла вся в целости и сохранности. Сейчас у нас с вами будет распаковочка. Распаковочка. Я уже говорила, да, что это будет два в одном, расчет с копеем. Упаковано, ребята, все просто шикарно. Что на подарок вы можете купить? Все запаковано вот так идеально. Фен, щетка. Сразу два в одном. Фирма Дукиман. Ну-ка. Ну что? Даже жалко вскрывать такую красоту, конечно. Но надо. Напряжение 220 вольт. Мощность 1000 ватт. Длина шнура 2,4 метра. Сейчас мы с вами все посмотрим. Наглядно. Говорю еще раз, у меня фен уже 300 лет, я пользуюсь отдельно фен, отдельная расческа. Ну вот, ребята, если на подарок, то это, конечно, вот сам Бог велел. Вот такая красота. Но у нас с вами не на подарок, и поэтому... Та-да-да-да. Так, тут как? А, тут вот это вот еще снимать. Ну, в общем, я говорю, все шикарно упаковано. Хоть для себя, хоть на подарок. Ай, не снимаешь. Сейчас, минутку. Не хочет. Может, он просто... Так. Ну что, справилась с упаковкой. Открываем. Та-да-да-дан. Ого! Показывать. Вот такая прелесть. Подождите. Все, конечно, у них все у этой фирмы Дукиман, все всегда упаковано, все всегда красиво, говорю, можно хоть для себя, хоть на подарок. И на подарок не стыдно подарить. Вот такая вот огроменная. А это потом, чтобы не забивалось пылью и там, видимо, всем остальным. А это, наверное, даже можно как фен включить. В общем, сейчас мы с вами все посмотрим. А после этого, естественно, опробуем. Гарантийные талоны. Второй год гарантии бесплатно. Ну, шикарно. Шикарно, что я могу сказать. Сейчас мы узнаем, для чего. Ну, я так думаю, тут все проветривалось, чтобы не попадала всякая ерунда. Шнур, кстати, очень длинный, что очень радует. Потому что обычно бывают, знаете, такие короткие, там, удлинители какие-то. Так, сейчас мы прочитаем. Так, это здесь, значит, преимущества, какие мы получаем с вами. Фен-щетка – хороший помощник для самостоятельного создания красивой укладки. В домашних условиях с ее помощью можно легко сделать даже профессиональную прическу. Ну да, видно, что это профессиональное такое, что должно получиться у нас с вами вообще все отлично. Так, это универсальный прибор. Благодаря круглой расческе брашинг укладывать волосы можно еще быстрее и удобнее. Универсальный прибор, который сочетает функции разных инструментов укладки. Можно подсушить волосы и выпрямить их, сделать локоны более гладкими, завить их по всей длине или подкрутить только кончики. Фен-щетка поможет создать дополнительный объем и сделать идеальную укладку на любой случай. Так, в наборе.
сам фен-щетка. Вот он. Фен-щетка. Защитная насадка. Где-то еще написано щетка для чистки. Ладно, потом, если что, найдем. Такие, кстати, очень такие приятные, не сильно твердые и не сильно мягкие. В общем, естественно, что нам надо с вами все это будет дело протестировать, да, на своих волосах. Комбинация нейлона и ворсистой щетины. Холодная рукоять не нагревается во время использования. Контролер настроек питания. Вот, кстати, тут, да, вот они тут все есть. Сейчас я все прочитаю. Потом вам еще дополнительно. Вот они. То есть здесь можно и на прохладную, наверное. Сейчас почитаем и узнаем. Так. Высокая мощность. Воздушный поток. Вот он, ХИК. Низкая мощность, воздушный поток, ЛОВ, вот он. И холодный воздушный поток, КУ, вот он. Это ОФ, знак выключения. Так что вот. Ну, а тут уже для нас не очень умных. Ставьте вилку в розетку. Предварительно. В общем, вот такое вот сейчас быстренько сделала обзорчик. Ну и, естественно, надо помыть голову, и мы с вами попробуем уложиться этой фен-щеткой. Все, идем мыть голову. Кстати, нашла, вот там было написано... Щетка для чистки. Вот она здесь была воткнута. Все потому, что у них в этой фирме все сделано всегда по уму. Все сделано по фэншую, скажем так. Вот эта щетка, которая потом отлично будет вычищать волосы с расчески, которые здесь останутся. Еще раз говорю, идем мыть голову. И пробовать нашей новой расческой, фен-расческа, сделать шикарную укладку. Ну что, приступаем к испытанию прибора фирмы Докиман, фен-щетка. Все вот эти вот свои прибамбасы я убираю. Вот у меня фен, щетка, все отдельно. И достаем, я достаю из широких штанин. Вот такую, два в одном, фен-щетку. Она не снимается, да? Все продумано, ребята, да, мелочей. То есть эта штучка не снимается, и каждый раз, когда сворачиваете шнур, раз, и липучечкой. Я честно говорю, у меня честный обзор. Первый раз. Хотела сначала попробовать. Думаю, попробую сначала, а потом уже вам покажу. Там загорается синяя лампа. Ни разу в жизни такой не пользовалась. Все время фен, мухи отдельно, компот отдельно, фен отдельно, расческа отдельно. Вот так вот, дорогу даже куда поедешь, очень удобно. Это надо не забыть фен, не забыть расческу. Так, здесь я у себя обнаружила, от кого-то мне по наследству досталось, крем спрей кератин. Где? Путочку, да. Вот. Для тонких, ломких и истонченных волос. Кстати, сейчас мыло, волосы лезут со страшной силой. Наносим, наносим. Сейчас посмотрим, объем мне нужен, самое главное, объем. Сможем ли мы это, если при сушке феном и расческой, я то есть расческой поднимаю, пытаюсь там посушить, сделать объем. Мне нужен объем вот здесь. Три режима. Теплый. Наверное, наоборот, холодный, да? Это горячее. И вот горячий. Выступим. Пока неплохо.
супер, супер. Результат превзошел все ожидания. Ну-ка, не самой сзади. Не очень видно. Здесь еще чуть-чуть надо подсушить. Вот тут вот мало. Чуть-чуть остались. Еле-еле влажные. Ну а так вот. Мне, я в восторге. Во-первых, это намного быстрее. Волосы намного, как сказать-то, не пересушивается феном, когда там вот идет пересушка. Прямо намного нежнее и ласковее. Вот эта штука действует. Очень понравилось. Очень. Сейчас я, значит, убираю отсюда все свои фены. Расчески. И сюда, вот у меня здесь вот оно лежит, потому что, как показать-то, вот здесь у меня всегда лежит фен, расческа. Теперь здесь достойное место займет фен-щетка фирмы Дукиман. Ребята, если вашей женщине нужен фен, она просит у вас подарок, то лучшего подарка не придумать. Фен и расческа рядом не стояли. Очень быстро, во-первых, волосы как будто уже их вытянули утюжком, понимаете? А здесь у меня еще, кстати, вот фен, расческа, еще утюжок отдельно. То есть я начинаю. Сначала сушу феном, потом включаю утюжок утром. А здесь вот я посушила, и я понимаю, что мне не требуется укладка утюжком, потому что волосы очень мягкие. Неплохой объемчик. Отличный, я бы сказала. Вот чуть-чуть еще вот здесь вот. Вот здесь. Вот здесь щетина очень классная. Надо мне там почитать. Ну, в общем, я думаю, что вы сами зайдете на сайт. Ссылочки оставлю все под описанием видео. Кто-то, может, хочет подарок. Лучше, чем дарить фен отдельно, там еще что-то. Рекомендую. Супер, мне очень понравилось. Теперь это будет мой любимый предмет для ухода за моей прической и волосами. Я, честно говорю, если бы мне не понравилось, я бы вам так и сказала. Ребята, ерунда. Но это просто буквально в течение сколько? Видео поставлю побыстрее, но 7 минут, ваша прическа готова. Супер, отлично. Спасибо фирме Дукиман, которая выпускает такие вещи. Отлично, просто отличная, незаменимая вещь для каждой женщины, которая, ну, ценит время, ценит свои волосы.
отвлекли меня там немножко по работе. Ну, в общем, вот, честный отзыв. А фен щетки фирмы Тутиман. Отличная вещь. Кстати, вчера приходила Аленка, все болит, спина болит, все болит. Но у меня же есть еще массажер от этой фирмы. И когда она вчера его, не могла от него оторваться, она одела его и говорит, это же просто... То есть она размяла шею, спину. В общем, она говорит, отличная вещь тоже. Очень нужные вещи выпускает для нас с вами фирма Тутиман. Фен-щетка просто супер. Оценка по 10-бальной 10. Пока все. Увидимся. Еще не раз будем. И вот это даже с собой, да, удобно брать. То есть это не будет даже вот в смотанном виде. Все это отлично. Спасибо фирме Тутиман за предоставленную такую вещь на обзор, чтобы они как можно больше узнали людей. Спасибо.